Итак, всем привет, и в этом видео я буду играть в игру под названием Among Us. Итак, это первое мое видео, которое я снимаю на телефоне. Ой. Так. Это мое первое видео, которое я снимаю на телефоне. И попробуем... Эта игра почему-то не скачивается на ноуте. Так что давайте здесь. Так, играть онлайн. Прятки. Давайте прятки лучше. Или... Или типа обучение. Вот лучше так. Достаточно игроков. Да. Вот это вот. Да блин. О. Так. О, появился. Ура. Так, у меня звука нет. А как чат открыть? Интересно. А чё, тут что ли, я тут главный что ли в этой карте получается, или кто? Чё, не понимаю. Ух, я на самом деле не хочу быть предателем, хочу быть просто членом экипажа. Потому что предателем тяжело, конечно, играть за эту роль. Итак. Я побегу туда. Уже кто-то голосование запустил. Надеюсь, меня сейчас не сольют. Так, как мне голосование-то? А, вот. Я за синее проголосую, мне все. А, тебя сейчас синим сольют. Не был. Ну блин. Я просто не понял, кого нужно было точно сливать. Тут как-то страшно, конечно. Я вот так и думал, типа, ну ладно. Зато теперь поиграю призрака, за привидение. Жалко, я не могу голосовать. Не,
Не, да, я не могу. А вот это, по-моему, Традригичи, кто и что? Он, по-моему, предатель. Или Суслепитон, кто из них предатель, пишешь, не помню. Что это такое? Типа читы, что ли? Ой, это что у меня вылетело? А я не могу ничего отправить. Ну, короче, сейчас его выгонят. В смысле, не было? Кто так? Значит... А, значит, я понял, кто это другой, короче. Точно тогда из них. А вот предатель, ну-ка. Вот, по-моему, он, по-моему, да. Или не он? Такие все бегают, такие все смешные, блин. Челики бегают, бегают. И чё ты тут встал? Чё ты долбишься в этот... Как бы сказать... Помягче. Опа, дверька закрылась. Если кто-то кого-то убьет, такой ощущение. Опа, все. И в люк. Да неужели обнаружен труп? Интересно, за кого сейчас проголосуют? Надеюсь, за этого проголосуют. За настоящего предателя, а не какого-нибудь там члена экипажа опять выгонят. Так, ну давайте.
Вот правильное решение. Вот. Слева второй. В самом краю. Не знаю, почему у меня музыки нету. Ну ладно. Без музыки, значит. Двадцать на секунду до конца голосования еще. А, боже, как долго оно идет. Что там обсуждают? Ну, у меня вот iPhone SE, потому мне так неудобно. Ну, короче, сейчас его, короче, выгонят. Тред Бриг. Я не могу прочитать его ник. Мау! Сейчас, погоди. Всем спасибо, кто меня смотрел. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. И всем пока!